Почему, например, славяне должны верить в христианского бога, хотя он был евреем? Но не должны. Не хотите, не верьте. Никто никому ничего не должен. Бог себя явил в этом мире, и любой, кто увидит в нем Господа, может в него верить. Но если не видит, ну, пожалуйста, что тут скажешь? Когда Христос был распят, висел на Голгофе, на кресте, на Голгофе, да, рядом с ним по одну и по другую сторону были два разбойника. И один из них поносил его. Ну, как поносил? Все его поносили в тот момент. Все стояли и насмехались над ним и говорили: вот других спасал, себя не может спасти. Ну-ка, сойди с креста, мы посмотрим. Вот если сойдешь, мы в тебя поверим. Вот стояли так, говорили. И разбойник тот, который один из них, который поносил его, он тоже как бы к этой толпе примкнул. В том смысле, что ну если ты действительно Сын Божий, ну спаси себя и нас. Тут он уже решил примазаться. То есть, а вдруг он действительно какой-нибудь Сын Божий? А вот он, может быть, и меня тоже спасет. Ну, нас, там еще второй был разбойник. Вот. Потому что мы с ним вместе за компанию страдаем. Как бы товарищ по несчастью. Ну, раз он будет себя спасать, может, и нас спасет тоже. Вот. То есть, вот с таких позиций. А тот, вот, второй, он говорит: разве ты не боишься Бога? Мы с тобой заслуженно наказаны, потому что сделали достойное наказание. А вот он, ну, на Христа, ничего плохого не сделал. Конечно, он видел, что тот был совершенно незаслуженно казнен, да, без всякой вины, без вины виноватый. Да? Вот. И сказал ему: помяни меня, Господи, когда придешь во Царствие Твое. И вот получается, что в одном и том же распятом Христе один увидел Господа, а другой увидел просто возможность чего-то получить. Может быть. И не более того. То есть не увидел в нем ничего. Так вот и здесь. Если кто-то из славяне, пусть славяне, пусть ну, не славяне, другие какие-то национальности, расы, я не знаю, неважно. Если они увидят в Христе Спасителя, а какой он был национальности, какая разница? Бог воплотился, он стал человеком. Мы все от Адама и Евы произошли. Вот. А в какой национальности? Ну, он родился среди евреев. Он был еврей по национальности. Ну и что? Родился бы среди славян, сейчас бы евреи тоже спрашивали. А почему мы должны верить в славянского бога? Мы евреи, а вот он в славянского бога бы верил. Ну вот так получилось. Народов много, а Бог один. Он воплотился вот в еврейском народе. Ну и что? Но для всех, а не только для евреев. Поэтому каждый, кто видит в нем своего личного Бога, Спасителя, тот ему и верит. Но никто никому ничего не должен.